Остановка Кутузовский проспект, дом 8. Следующая остановка Дорогомиловская заставка. Остановка улица Гладильская. Следующая остановка станция метро. Уважаемые пассажиры, Ленский автобус Мандарин Парни приглашает на постоянную работу.
Остановка «Панорама» Следующая остановка. Станция метро «Парк Победы». Высадка. Остановка. Станция метро «Парк Победы». Высадка. Следующая остановка. Станция метро «Парк Победы». Посадка. Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. В интересах вашей безопасности при обнаружении в салоне автобуса бесхозных вещей и подозрительных предметов не вовремя немедленно сообщите водителю. Остановка. Станция метро «Парк Победы». Посадка. Следующая остановка. Поклонная гора. Thank you.
Следующая остановка – Парк Победы. Уважаемые пассажиры, при переходе пробитки в части городской улицы, вот здесь пешеходный переход, вы переходите в улицу в Европейской улице. Метро «Славянский бульвар» Бухмутбатран проводит эксперимент по организации посадки пассажиров автобуса к маршруту номер 157 через первую и вторую дверь. При посадке во вторую дверь просим вас предъявить проездной документ контролеру, стоящим на улице у второй двери, и оплатить проезд погашением проездных билетов через валидатор у второй двери салона. При отсутствии проездного билета вы можете привезти посадочный талон у водителя, осуществив посадку через первую дверь.